Всем привет! Сегодня я буду готовить мой любимый десерт – тирамису в стаканчиках. Тирамису – это настоящий итальянский десерт. Его придумали аж в 17 веке, а переводится оно как «взбодри или развесели меня». Поехали! Итак, для приготовления тирамису нам понадобится крепкий кофе, у меня это эспрессо, цедра апельсина, жирные сливки, сахар, куриные желтки, сыр маскарпоне и печенье савоярди. Приступаем к приготовлению крема. В мисочку отправляем куриные желтки. Сахар. И 2 столовых ложки жирных сливок. Отправим это на водяную баню и хорошенько перемешаем венчиком. А знали ли вы, что изначально название десерта тирамису – это суп вельможи? Я сняла с огня яичную массу и продолжаю перемешивать венчиком, пока масса не остынет до комнатной температуры. А теперь взобьем сливки до крепкой пены. К нашей яичной массе отправляю сыр маскарпоне. И взобьем на малых оборотах миксера. В яичную массу отправляем взбитые сливки. И таким образом замешиваем лопаточкой. Я уже заранее приготовила кофе эспрессо. Он уже успел остыть. Теперь сюда добавим цедру апельсина. Крем переливаем в кондитерский мешок. И завязываем его. Нарезаем печенье савоярди на 3 части.
Приступаем к сборке нашего десерта. Собирать тирамису я буду в таких стаканчиках. Сначала на дно наливаем крем. Макаем савоярди в кофе на секунду, потому что савоярди очень быстро размокают. Продолжаем. Один слой крема. Один слой печенья. Все остальное собираем точно так же. Отправляем тирамису в холодильник на ночь. Прошла ночь, и мои тирамису готовы. Время украшать их. Посыпаем сверху тирамису какао. И украсим листочком мяты. Вот и готовы мои тирамису. Друзья, вот и готовы мои любимые тирамису. Посмотрите, какими они необычными получились. А верхушка напоминает почву, на которой растет растение. Давайте попробуем тирамису. Вышло очень вкусно, очень нежная текстура получилась. Вкусно и просто. Приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Всем пока.